Доброе утро, всем удачного дня. Начнем это утро, как всегда, с Наваджа. Очень нравится мне. Смотрите, кстати, оцените мою футболку. Как вам? Где мой коньяк? Это знаете что? Это я вчера снимала мукбанг в машине. Вместе с жареным мясом и с коньяком. Ну, чуть-чуть там было в этом фужерчике. Скажите мне. Ну, чуть-чуть на дне фужера. Ну, почему бы и нет? Для антуража можно было бы и выпить ради такого мероприятия. Ради мяса шашлыком, шашлыка с мясом, или как там. Бывает это довольно редко. Люди стали писать, типа, фу-фу-фу, в одиночестве пьет коньяк в машине. На что же это похоже? На что это похоже? Так давайте тогда выделим, на что это похоже. Будем искать этот коньяк вместе с вами. И вообще поступил интересный тоже вопрос относительно рост, вес, замер давления. Типа, снимаю мукбанки, должна быть уже очень толстая. Нет, давайте сейчас, кстати, замерим. Я специально даже нашла эту ленту. Ленту мерещу. Сейчас. Ген, а вот. Что у нас тут? Как это? Сисек у меня нету. Ладно, бесполезно. 87. 86 или 87. Короче, несу. Где-то в этом районе. Да? Что у нас? Так, я еще обещала кота показать. С котом все в порядке, с которым ездили на видео или видео. Вот он мой хулиган. Иди туда. Котик Фолик. Наверное, можно через футболку, да? Чего страшного? Нет, тут будет не видно, скажете, что втягиваю. Не втягиваю, вон. 73. 73, но есть еще вот это вот место, да? Сейчас скажу, да. Вот это вот. Это талия была, а нужно вот это место еще. Жирок у меня есть. Он был всегда. Никуда от него не это. Ой, надо вот это вот измерить. Живот и круглость. Тут 80 и бедра. А что 54-то? Как-то неправильно держу. Так, надо. 96. То есть, как бы, я говорила, что я груша. 87 и 96. Вот это вот место у меня широковато. Вот здесь вот, в этих вот местах. Тин-тин-тин-тин-тин. А сколько же на весах? Весы. Ну. Шестьдесят пять и один. Господи, какие вы пыльные стоите, я вас 100 лет не трогала. 65,1 вполне нормально. 170 рост у меня. Еще учитывая то, что вчера я ела соленое мясо вечером, а потом еще после соленого пришла чайка, бахнула. Ну и в течение дня еще пила, да, чай. А жидкость у меня сразу задержалась за счет соленого мяса. Думаю, 64 килограмма я вешу, и я столько весила и в школе, поэтому что в школе, что сейчас, я вешу, как и 15 лет назад, или сколько там, 16. Сегодня я хочу приготовить фаршированную щуку. Сейчас уже иду этим заниматься, потому что сколько можно уже тянуть, бедная рыба лежит уже второй день в холодильнике. Крашу глаза и стартую. Ну вот, как там Оля скажет? Яблочко наливное. Пошлите.